Доброе утро с Дальнего Востока. Ну вот сегодня решила хлеб закончился, надо хлеба испечь. Процесс не могу сам было как завести и как дальше я не смогу, потому что еще оборудования у меня нет такого, чтобы можно настроить. И было все громко, хорошо, светло, и можно было камеру поворачивать. Пока такого нет. Но хочу показать, из чего я ее сделала. Я ее замесила, я вам сейчас покажу. Ржаной хлеб, но не чисто ржаной, потому что ржаной один нереально выпечь, у него клейковидность. А вот с пшеничной и солод добавила, дрожжи, масло постного при разделке. Это все у меня есть. Вот я хочу вам показать. Ну а потом второе сниму, просто покажу, какой получился хлеб. Ну, сегодня масленица, еще и блины хочу настряпать. Что мне делать? Вот. Ну, вот так вот. Вот, смотрите. Вот у меня ржаная мука. Ржаная. Вот, пшеничная. И ложку солода. Вот, солод. Ну, и постное масло, как обычно. И вот прессованные дрожжи. Я заметила, спрессованных дрожжей вкуснее намного. Я раньше не могла добиться. Почему с сухих дрожжей не такой запах хлебный, как должно быть, как я бы хотела? Ну, вот такую чашку потом покладу. Вот у меня получился такой вот.